В Гомеле наградили талантливую молодежь. Церемонию провел председатель облисполкома Иван Крупко. Премии получили 20 юных дарований, представители детских школ искусств, средних специальных учебных заведений культуры и искусства, театрально-зрелищных учреждений. В прошлом году молодые таланты получили более 3000 дипломов республиканских и международных конкурсов. 26 юных жителей региона стали лауреатами специального фонда президента Республики Беларусь. Идеологическая работа в регионе должна выйти на новый уровень, стать еще более современной и качественной. В Гомельской области для этого есть все. Налажена система, сформирована сильная команда. И главное, есть люди, не безразличные к судьбе страны. В Гомельском облисполкоме звучали благодарности за отличную подготовку и проведение конституционного референдума. В частности, за плодотворную работу, высокий профессионализм и активное участие в общественно-политической жизни региона. Благодарность облисполкома объявлена директору телерадиокомпании «Гомель» Александру Добрияну. Заместителю директора Елене Василюк вручена почетная грамота Главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи. Новый набор кандидатов в руководство сельхозорганизации завершен. В кадровом резерве АПК специалисты, которые работают в отрасли не первый год. Практикоориентированный подход школы молодого руководителя позволит подготовить директора предприятия уже спустя 6 месяцев стажировки. В области определены 29 хозяйств, где будут работать молодые и перспективные претенденты на высокие должности. Во время практики резервистам предстоит разобраться в нюансах работы каждой службы.